И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Disciples 2 на карте Возвращение к былым временам. В прошлой серии я убивал дракона, захватывал города. Ну, в этой серии продолжим примерно то же самое. Решил наведаться уже горным народом. Потому что там про какую-то фигню, они там конкретно... Была, так сказать, речь о конкретных вещах. Так, давай улучшим. Отлично. Золотишко заканчивается, ну да ладно. Текс. А, да, точно, я же левел-апнул в прошлой серии. Так. Предводитель на 25% дамага, лидерство дерьмо. Предводитель будет поглощать 20% наносимого урона ему. Вот это, кстати, неплохо. Науки фигня, ориентирование фигня. Броня на 20% урона. То есть ему плюс 20 брони сейчас будет идти. Да? Да, 20 броня, это кайф. Постоянная броня. Это то, что нужно для победы. Текс. Отлично, погнали. Просто великолепно. Итак. Так, холмовой великан. Кстати, такие великаны прикольные. Они сначала бьют дубинами, а потом из них можно магов сделать. Причем разного элемента. Там огонь, либо лед, если я не ошибаюсь. Ну, вода. Прикольно. Ой, промахнулся. Ты смотри-ка. Что поделать. Текс. Ускорение, чтобы поменьше времени тратить в следующем ходу. Текс. Завалили всех, исцелились всем. Отлично. Дальше. Ну, сейчас уже просто по фасту все идет, если уж что-то пошло. Потому что реально у меня уже все вкачано, все сделано. Враг мне вообще ничем не мешает. И я просто что хочу, то творю. Так, а так, отлично. Так, просто по фасту проходим и захватываем. Так, это уже герой идет. Герой, колмовый гигант и так далее. Ну да ладно, все это тоже фигня. Ну блин, смысл показывать одно и то же, то есть как они убивают и так далее. И я прекрасно понимаю, что даже автоатакой они просто сделают то, что нужно. Так, отлично. Мне не хватает хода. Такс. Страж Горна. Арбалет. Урон. Все дела. Так, захватываем город. Кстати, сколько у тебя там? Десяточка всего было. И город наш. Артефакт. Святая чаша. Вот он, тот самый артефакт, собственно, про который говорили. И изначальный знание артефактов у моего героя изначально сразу, ну, так сказать, есть сразу знание артефактов. И я могу теперь артефакт надеть. То есть теперь наконец у меня появился хоть что-то, что я могу использовать. Позволяет предваритель, снаряжение которого находится этот артефакт, получает на 15% меньше урона от атак. То есть надеваю его, и у меня теперь защита 45. 40, мать его, защита. 40, точнее, 45, мать его, защита. Вот так вот. Офигенно, да? Вот это я уже понимаю. Вот это понимаю вещь. Вот это понимаю кайф просто. Вот, и, собственно, сейчас уже, ну, день закончится, и сгоняем в другой город. Собственно, да, был смысл за этой чашей бежать сюда и захватывать ее. Так, заканчиваем ход. О, чувак, ты появился и бежишь захватывать мой город. Да, стопудово ты бежишь мой город захватывать. Там же, типа, герои, нет, все дела, ты хочешь захватить по-быстренькому. О, кстати, я теперь руны получаю. Отлично. О, воин-варвар. Круто. Давай сделаем вот так вот. А дальше уже делать техники.
Так, защита сознания, что ли, да, там? Да, от паралича. Ну ладно, мне это все равно ни к чему. Так, здесь все захватили. Эти города тоже нужно будет захватить. Но перед этим я захвачу вот этот город, который мне, собственно, не нужен. А нужен мне вот этот город. И, кстати, по ходу дела нужные города у меня подсвечиваются кругляшками. Ну ладно. В общем, суть в том, что мне нужно сейчас бежать вон туда вниз. Здесь я уже все зачистил, судя по всему. Да, здесь все зачистил, сверху все зачистил. На своей территории зачистил, на территории врага зачистил, так что все просто замечательно. Бежим в город. Так, ускорение и вперед. Кстати, да, хоть и персонаж умеет летать, но он через город не летает, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Такс, завершить ход. Ха-ха-ха-ха-ха! Не успел добежать. Чутка, чувак, ты не успел добежать. Ты чувствуешь, что тебя ждет? Так, ну отлично. Делаем так. Призыв доспехов. О, еще и промахнулся. Да ты просто зачетный чувак, однако. И вот так это. Просто кайф. Да, ты получил опыт. Молодец, молодец, молодец. Ну теперь давай, напади-ка на меня. Супер. Такс. Ну-ка, я смогу заюзать. Точно, здесь пропаченная, походу, версия. Потому что одного тира нельзя использовать заклинанием. А тут могу. Текс. Ну, чувак, короче, не серчай. Сам вылез из своего домика. А, в натуре прям лишить врага абсолютно всего, особенности его территории возле его же дома, это реальный кайф. Потому что 9%, ну, сами все видите. Текс. Надо было сидеть и сторожить свой домик. Ах ты ж зараза. Назад полетел, смотри-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да? Плохо тебе. Что поделать, чувак? Мне тоже плохо. Мне просто за душу берет то, что ты вот как взял, как крыса решил напасть на меня. А я вот возьму тебя, просто в лицо убью. Текс. По тебе. А теперь, ну давай, маг, тащи. Ну что ты так промазал-то? Что такое прям вообще, а? Ну хорошо, давай. Истинный убийца империи должен завершить свое дело. Текс, что там у меня с левелапами? Далековато еще, но в целом прикольно. Текс. А ты давай, вали по-быстрому. Пока есть такая возможность свалить. Кстати, да, есть смысл еще поставить куда-нибудь сюда жезл. Ну да ладно. Так уж и быть. Пускай пока будет так. Такс. Отлично. У меня есть абсолютно все руны. Так, погнали к торгашу, зайдем. Продадим ему все лишнее. Так, вот это продать. Знамя продать, ну куда мне его? Вот это тоже продать. А все остальное оставляем себе. Лично у тебя больше ничего нету. Я все поспирал. Такс. Достиг максимального уровня. А жаль. А жаль, что достиг максимального уровня. Такс, я хотел здесь сделать кое-что. Разрушенный храм. Создаем разрушенный храм. Да, я не могу теперь нанять.
Делаем тогда вот так вот. Отлично. Сейчас будет поменьше пыжиться на мой город. Так, здесь также максималочка. Угу. Ну ладно, здесь у меня защитники есть уже. Такс. Здесь приобрести хотя бы немножечко защитников. Отлично. Такс, и что мы имеем? А имеем то, что мне нужно отсюда бежать. Отлично. О! А что это за нейтралы начали бегать? И что тут за такое фигня? Непонятно я, однако. Так, да, он где-то же здесь бегал, да? Посмотри, да, вот. Город мой. Что здесь бегал? Погнали искоренять нежить среди земель. А то что-то нафиг они слишком разбегались. Так, делаем вот так вот. И вот так вот. Так явно будет быстрее. Отлично. Тень и оборотень. Вот это зачетно. Так, давай тебя сразу завалю. Раз тут рядом стоишь. И стопудово будешь мешаться. Такс. Отлично. А, что остановился? А на кого-то там нападал? И какого перебоя? Ничего не понимаю. Ну да ладно. Ну, если ты на тени оборотень напал, что ли? Ну ладно. Давай, короче, я нападу. Ничего понять не могу. А почему я напасть не могу? Ну ладно, короче. Такс. Угу. Кстати, надо храм уже купить себе. Да у меня что-то не куплено, нифига. Так, и заканчиваем ход. О, ты что это начал двигаться? Город, что ли, захотел захватить? Я сейчас захвачу, скотина. Во, отлично. Тень, что ты даешь? Паралич. По всем, да? А, нет, любой воин, один. Паралич, точность 50%. Короче, фигня, ты просто паралич, паралич, и все, ничего более. Дерьмо, короче, развитие. Да ладно. Иммунитет. О, точно, у тебя ж, ну, на физический урон у тебя иммунитет. И я ж в натуре и забыл. Ты ж чувак такой прикольный, вот тебе иммунитет оружия. Вот это да, это реально классно. Обожаю этих оборотней, точнее обожаю против них играть, это просто в натуре просто. Кошмар. Я даже яд на него не могу накинуть из-за того, что у него иммунитет к оружию. Ну да ладно, у меня есть офигенный маг, так что он его завалит. Текс. Мором бьет. Ой, промахнулся. Ну да ладно. Все равно всех завалит. Текс. Что дает? 300 баксов. И эликсир. Тык, тык. И вот так, и вот так. Да, я понимаю, что там... У меня сейчас город беззащитный, все дела, но... Нет, до туда элементарно не успею. А здесь я сделаю хоть что-то. Ага, 3 дня и все дела. Так, отлично. Еще денечек подождем.
Так, и давай сразу же город улучшим. Сделаем вот так. Так, внедрить шпион не надо, отравить отряд надо. Отряд был отравлен. Просто супер. Так, и давай ускорение еще разочек. Да, я понимаю, что сейчас там, типа, все дела нам сдамажат. Но... Такс. И еще раз отравить отряд. Просто кайф. Ну, вы понимаете, что это то, что мне нужно. Так, теперь мне нужно... Мне нужно вот здесь напасть на них. На всех. Я говорю, напасть. Даже пропускать не буду. Просто насколько это кайфово будет выглядеть. Так, урон. Соточка. Иммунитет смерть. Отлично, у тебя иммунитет. К моему дамагу. Ядом. Но... Просто хочу вот на это посмотреть. Так, ты ударяешь, отлично. Я вот это хочу посмотреть. Бах! И одна минус. Да, я так и думал, что один промахнет, все равно так и так. Да ладно. Это все фигня. Да, немножечко не подлечился до конца, а это все фигня. Опять-таки же. Текс. Так. А, ну да, мне этот город можно захватить. Здесь... Здесь все равно делать нефиг. Так. И... А, ну да, у тебя, видать, класс воин, все дела. Так что давай-ка... Ах ты, блин, промахнулся. Ну ладно. Что поделать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Побежал такой натуре прям. Испугался, побежал. Потому что я там конкретно закупился. Такс. Ты по всем, ну, дамажить будем тебя. Так, искоренили нежить. Первым уровнем. Оу, основное здоровье. Скоро вы все присоединитесь к нам. Бле! Ну, типа, он там подамажил по всем. Почему-то конкретно задамажил, если уж на то пошло. Полтишочек. Немало. Экс. Ну, собственно, и хиляемся. Фулл отхил. И все нормально. Что регионы проклятых заинтересовались этим городом? Как вы собираетесь действовать? К сожалению, я сам четко не знаю, что нужно делать. В любом случае, мы будем сражаться с теми, кто нападет. Это все, что мы можем предпринять. Ну, типа город захватили. О, талисман. Призывают в битве зомби. Говно, короче, опять-таки же. Талисман, сфера, все это говно. Беспонтовое. Так, давай-ка сквайром сразу же. И отлично. Так, сваливаем отсюда и погнали туда вниз. Уж зачищать, так зачищать. Так, ты, получается, не успеешь, да, прибежать ко мне? Давайте еще немножко подосру. Почему бы нет? Так, что я еще не купил? Ну давай вот это тоже купим. Почему бы нет? А у меня сейчас близков не хватает. Точно, у меня 1500, я же там конкретно закупился. Ну да ладно. Ах ты ж зараза! У тебя там что, в городе кто-то есть? Да нет, у тебя нету, я смотрю. Вот они твои все воины. Просто обозлившись на меня. Да? Ну да ладно, а я в город свалю. Там отхиляюсь. Так, что у меня там за золото? 1300. Ну окей, погнали.
Декс. А, ну по сути, да. О! Ассасин апнулся. Офигеть! Точно, у него же 1100, у него каждый раз будет по 1100 опыта всего лишь. Кайф! Точно, я и забыл про это уже. Ага. А у меня 1110. Десяточка лишняя. Так, теперь он 72 плюс 14 и 32 дамаг ядом. Вот это кайф. Это уже конкретно кайф. Руины не исследованы. Ну погнали, исследуем их. Текс. Потому что мне, по сути, нужно захватить города по сценарию. А вот. Поэтому я даже не знаю. Так, вот на этом лич. Чума, урон 70 по всем. Лорд тьмы. Просто кычакс. Иммунитет. Отлично. Дамажу всем. И все пучком. По 111 опыта я получил. То есть, когда прорицательница апнет, то убийца у меня практически еще раз апнется. Ну, по крайней мере, вместе с белым магом так уж точно. Четыре золота. О, еще один артефакт. Глупцы, я же мертва. А, я уже мертва. Возьмите это чертово кольцо. Долго оно у вас не пробудет. Смерть уже послала своих темных воинов, чтобы отомстить за меня. О, да. Новые. Новые. Новые говноеды, которых надо завалить. Так, отлично. Новый артефакт, новый дамаг. Да? Урон, наносимый предводителем снаряжен, находится артефакт, увеличивает на 40%, а его инициатива увеличивается о, на 25. Дамаг на 40%, инициатива на 25. Вот это реальный кайф. Смотрите, инициатива плюс 12, и урон практически сотку я уже получаю. То есть от этого я получаю 20. Здесь я захавал, вроде бы 10 было, еще 15, еще 40. То есть 20, 40, 60, 75, еще 10, 85%. Я урона увеличиваю себе. И 35 броня. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Кстати, да, 35 броня, потому что тогда, когда я смотрел, я был в городе, и там плюс 10 брони было. Но это кайф. 69 побед, а уже такое достижение. Неплохо. Неплохо. Мне нравится. О, нехило. Да вообще пофигу как-то. Просто практически ваншотом. А еще же с инициативы у него, по ходу дела, поболее будет. Так, 62. А у тебя 60. Да? Он теперь еще и быстрее будет ходить. Вот, собственно, я еще и полностью весь исцелился. Как видите, даже от такой магии мне помогает это все дело. Так, ну ладно, давайте-ка ускорениться. Чувствую, сегодня будет последняя серия. И сегодня я все добью эту карту до конца. Кого нужно обучить? Обучить воина. Отлично, это школа опыта. То есть я за баксы могу обучить его определенное количество опыта. То есть за свои 2030 до 2028 я могу получить 507 единиц опыта. 507 единиц, 507 единиц. А почему бы нет? Давай-ка все-таки главного героя взяла 1378 опыта. Отлично. Да, баксы потратил, но что поделать? Штука-то классная. Штука-то стоящая. Я бы даже так сказал. Текс. Отлично. One shot, one kill. Текс. Осталось-то. Чуть-чуть совсем. И он апнется. Так, здесь ничего не нужно. А здесь нужно. Здесь нужно апгрейд сделать. А, точно, мне золота не хватает же на апгрейд.
Ну ладно, я сам здесь недалеко, так что, если чё, огребётся на у меня. По полной. Ой, да ладно, вы все ко мне бежите. Это я как-то всех разозлил, однако. Сфера лича, ну блин, ну ладно, вызывает лича, все дела. Тоже как бы, типа прикольно. О, так я здесь пройти могу. Чувак! Я, короче, не повезло, я смотрю. Конкретно прям не повезло. И месть моя будет сильной и жестокой. А, за что месть? А, точно, за вора, точно. Я думаю, что надо какой-то предлог придумать. За вора моего. Я буду мстить тебе, и очень сильно. Текс. И еще ядом. Бах, 32. Ах, ты ж, блин, промахнулся в натуре прям. Отлично. И минус 2. Супер, просто офигенчиком. Так, ну, не надо ничего делать. И вот так вот. Отлично. Все, что нужно для победы. О, эликсир исцеления. Классно, ты эликсир даже купил. Спасибо, что ты так заботишься обо мне. Такс, понеслась. Понеслась, как говорится, понеслась душа в рай. Такс. Ну, что мне больше здесь делать? Ничего. Погнали дальше. Вперед! Типа бежим там, все дела. Так, ты, получается, разграблен, ты просто кладбище. Так, ты это фигня, это все фигня. Здесь разграблено, здесь обучалка. Здесь в углу ничего. Да, по сути, остался только вот этот уголочек. Маленький зачистить. То есть, вот эту лавочку сидеть, посмотреть, что там. И зачистить пару персонажей. Всю? Вообще, как делать нефиг. Такс. Ну, 5550, конечно, адской руды, это, ну, адской маны, это, конечно, кайф. Текс, ну что там, ты типа бегаешь так, скитаешься, ну что ты так прям уж. Мне даже тебя жалко. Отлично. Такс, и у меня осталось чуть больше соточки до левелапа. И ты мне с этим поможешь. Вот он там, дракончик. Дракон роком. Дыхание, смерти, 40, все дела. Так что, ну-ка дай опыта. Так, и осталось... О, ровно полтинник, прикол. Ну, я думаю, здесь-то я уж полтинник набью. Такс, вот хотя бы на этих, что ли. Че, полтинника не будет, что ли? А, ну здесь два даже есть. Помимо захода в город. Так что все пучком. Так. Просто сразу же направляю, кого в первую очередь надо завалить, чтобы меньше заморок было. Хотя, даже с замороком я все равно сделаю то, что нужно. Отлично. Текс. Раз. Два. Ой, да ладно, ты прикалываешься, что ли? Вот так надо бить. Ты че ж в натуре так? Аж FPS проседает от таких эффектов. Уе! То, что нужно. Level up. 75. Побед. Так, завершить ход. Так. Знание троп увеличивает передвижение. Сила. Лидерство. Талисман. Навыки. Тайное знание. Так, магические книги. Фигня. Передвижение. А, здесь передвижение на 25%. Отлично.
Но лучше всего сила. Сила предварителя на 25%. Тем самым я получаю урона больше, чем у меня есть. То есть 90 плюс 116 урона. Вот это я уже понимаю, кайф. Так, что у нас тут в лавке есть? Угу. По сути, я все эти бутыли копил, а толку от них ноль. Вот ей-богу, ноль толку. А почему? А потому что... Кстати, я тут хотел же это, зданицу купить. Ну, чтобы типа у меня там все было построено. Здесь вот видите, все построено. Ну, прикольно же. Так, да, и вот этот мечик означает то, что он уже 5-го левела достиг. Даже там 5-го, да, 5-го левела. А красный мечик вот этот над головой будет означать, что он уже 10-го левела достиг. Так, ну и вроде бы всех зачистив на локации. Вроде бы всех зачистив на локации. Можно и приступить к выполнению задания. Да, карта маленькая, в этом плане я не спорю. 48 на 48, ну, в целом прикольно. Я как бы на большую не рассчитывал, в том плане, что долго было бы тогда игра. Явно не 3,5 часа. Так, клинок нежити, ну это просто урон, это все фигня. Дух, мор, это тоже все фигня. Так, one shot, one kill. А, нет, у тебя же иммунитет к оружию, точно. Ты ж прикольный чувак. И всего-то. А, ты ж по одному всего лишь бьешь. Фу, лошара, у тебя оружие и смерть, иммунитет. Прям в двоих с иммунитет у тебя. А теперь ваншот, ванкил. Вот это реально, ваншот, ванкил. Вот просто вообще. А, ну правильно, у тебя 206 дамага. Чё ж ты, блин, не завалишь-то с одного удара. 241 урон. Ну, точнее, это... ХП и 35 броня. А теперь... Ба-бам! Да это кайф. Ну, блин, вообще в натуре, а? Хорош. Ой, да ладно, вот взяла и завалила овца. На тебе, скотина. Это тебе за смерть. А, ну все равно бы не апнулось. Жаль. Вот и все. А мы вернули порядок на эти острова, несмотря на все потери, которые понес наш народ. Мы не позволим унынию овладеть нашими сердцами и сделаем все, чтобы наша жизнь вновь стала похожа на прежнюю. Радуйтесь, пока можете, темные силы скоро будут готовы к новой атаке. Завоевание этого города приближает нас к полной победе. Ну, собственно, мы полная победа уже и так, все дела. Так, задание успешно выполнено. Вы можете экспортировать любых своих предварителей со всеми предметами, чтобы использовать их в других заданиях. Да, использую так. Вот так вот. А, ну, давай тебя тоже сохраним. Отлично. Поздравляю, вы успешно выполнили задание. Вот такие вот дела, народ. Так сказать, эта серия получилась, конечно же, намного короче. Именно в два раза. Ну, собственно, и миссия-то уже закончилась. Вот. В общем, пишите свое мнение о том, интересная игра, неинтересная. Хотите, чтобы я снимал там именно уже само прохождение игры. То есть по миссиям и так далее. Будет вам интересно это или нет. Вот, ну а я с вами уже, пожалуй, буду на этом прощаться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, если впервые на моем канале. Ставите лайки, комментируйте. В общем, всем удачи и всем пока.